Строительство на площади Пухова в Пересвете подходит к концу. Большинство объектов уже на месте. Сцена, качели и детская горка. Бронзовый Виктор Пухов, инженер-ученый, один из основателей Пересвета, спешит по делам. Качество выполненных работ оценили областные и окружные депутаты. Основные вопросы вызвал архитектурный бетон, которым покрыта площадь. В некоторых местах белые бетонные полосы начали осыпаться и потемнели. А это вы когда сыпали здесь? Недавно? Ну, это совсем недавно относительно, да. То есть еще не просохло, а его запечатывать невозможно, оно вздуется, если его запечатать. Запечатать бетон значит покрыть его защитным водонепроницаемым составом. Сделать это можно будет только весной, что, по словам строителей, не страшно. Арт-бетон сам по себе сверхпрочный материал и должен выдержать непогоду. Да, он может быть сейчас немножко неказисто смотрится, но с течением времени он придет в норму, потому что накладывалось не один раз, а полосы накладывали в течение всего сезона. Немножко разный цвет. Но с течением зимы, вот сейчас он со снегом все это сойдет, это будет все в одном цвете. Смутила депутатов и готовая детская горка. Уже сейчас на земляном склоне, рядом со спусками, образовались выбоины от детских ног. Дети же это дети, они взрослые, и никто не будет спускаться с этих горок и переоббегать целую эту горку из детей и опять заходить на лестницу и заново кататься. Они, как правило, вот сейчас уже продемонстрировали, как они будут пользоваться этими горками. Вопрос по горке предстоит решить с авторами проекта реконструкции. До конца недели здесь установят детский игровой комплекс и скамейки. Ремонтируют и фасады 4 домов, которые выходят на площадь. Старый кирпич закроют цветными панелями, отремонтируют балконы. Также сегодня встал вопрос о том, что на первых этажах расположены частные площади, которые сдаются в аренду различным магазинам. И необходимо, конечно, совместно с торгово-промышленной палатой, с привлечением собственников и арендаторов этих помещений, провести работу, чтобы они, в свою очередь, также привели вывески, фасады в надлежащее состояние. В идеале, чтобы сделали полный капитальный ремонт, их заменили, для того, чтобы уже у нас эта картина имела такой общий завершающий вид. Фасады обещают закончить в течение месяца. В бассейне «Чайка», который также выходит на площадь, в этом году установили новые окна. Замену провели впервые со времени строительства бассейна. Но этого, по мнению депутатов, недостаточно. Здание требует капитального ремонта. Есть у нас проект на ремонт этого бассейна. Общая сумма, она составляет 170 миллионов рублей. Хотя вот наша задача местных депутатов, депутатов областных, как можно побыстрее сделать, чтобы этот проект стал реальностью. Работы на площади Пухова строители обещали закончить ко 2 ноября. Екатерина Фурсова, Никита Корсаков. Программа «События».